150 нарушений дорожного движения и 11 пьяных водителей выявили сотрудники госавтоинспекции в праздничные дни. Для некоторых 8 марта стало печальной датой. В час ночи на автодороге Воткинск-Чайковский произошло столкновение автомобилей ВАЗ-2114 и ВАЗ-2107. Водитель автомобиля ВАЗ-2107, молодой человек 1999 года рождения, в результате дорожно-транспортного происшествия скончался. Также получили тяжелейшие травмы двое пассажиров автомобиля ВАЗ-2107. Среди них девочка 2016 года рождения, которая, к сожалению, перевозилась в салоне автомобиля без детского удерживающего устройства. В настоящее время девочка находится в реанимационном отделении Республиканской клинической больницы Ижевска. Кроме этого, водитель автомобиля ВАЗ-2114 также получил травмы и был госпитализирован в городскую больницу города Воткинска. По данному происшествию сотрудниками госавтоинспекции проводится проверка.